Плыли на льдине, но никак на бригантине. На минувшей неделе в республике произошли сразу несколько ЧП с рыбаками. В минувшее воскресенье в Чувашии спасли 12 человек. Сообщение о том, что на Волге около деревни Кибечкасы оторвалась льдина с рыбаками, в Центр управления кризисными ситуациями поступило в 9:15 утра в воскресенье. Сняли рыбаков-экстремалов с льдины уже к 11 утра. К этому моменту их отнесло от берега на 350 метров. Эвакуацию из дрейфующей льдины проводили с помощью судна на воздушной подушке. Председатель Государственного комитета Чувашской республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров отметил, это уже третий случай только за прошлую неделю. Все прекрасно понимают, знают, что толщина льда сейчас не более 5-7 сантиметров, тем более вот днем, хотя минус 3, а на солнце все плюс, все тает, все ломается. Не хочу обидеть рыбаков, они фанаты в буквальном смысле слова, но теряют рассудок и в итоге оказываются в вот такой ситуации. Это хорошо, вот за три случая все 20 горе рыбаков были спасены, но может получиться так, что льдина маленькая не выдержит, и все, и спасти некому будет. Поэтому хотелось бы, чтобы вот этот период, когда еще и погодные условия, нет устойчивого мороза в пределах 10-15, и толщина льда менее 10, на льдине абсолютно делать нечего.